Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Кирилл, я являюсь сотрудником компании Import Auto, и сегодня у нас видео в формате обзора Kia K5 в комплектации премиум. Конкретно этот автомобиль оснащен двигателем 2,5 литра, выдающим 194 лошадиные силы. Работает он в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Также эти автомобили оснащаются 2-литровыми двигателями на 150 лошадиных сил, которые работают в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Вообще комплектация премиум — это один в один тот же самый GT Line Plus. А чем он отличается? Отличается немногим тем, что здесь нет панорамной крыши, скошенного руля или спойлера на крышке багажника. Все остальное идентично. Колесные диски 18 диаметра в стиле GT Line, размерность резины 235-45, а на зеркале заднего вида находится одна из камер кругового обзора. Салон выполнен с применением натуральной кожи Napa, есть вентиляция сидений, есть подогрев сидений, навигационная система 10-25 дюймов, премиальная аудиосистема Bose и также разработанная NASA поза невесомости. Вообще достаточно оснащенная комплектация. Здесь есть множество активных систем безопасности. Интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go, удержание в полосе, система предотвращения столкновений, а также автохолд, память сидений на двух водителей и двухзонный климат-контроль. Также одним из преимуществ этого автомобиля является комфортная и просторная посадка для пассажиров второго ряда. Задние фонари выполнены в стиле биения сердца. Это визитная карточка Kia K5, благодаря которой вы не останетесь незамеченными в потоке. Познакомиться ближе и пройти пробную поездку на этом автомобиле вы можете в нашей компании. Если возникнет необходимость покупки автомобиля в кредит, то у нас вам не придется страховать свою жизнь, здоровье, имущество и так далее. Также при желании вы сможете обменять свой старый автомобиль на новый в программе Trade-in. В конце хотелось бы добавить то, что мы дорожим своим именем и работаем на совесть, что подтверждает немалое количество отзывов о нас. До новых встреч, друзья, в Import Auto. My toes in the sand.